Привет всем! Вы на канале Дезертар. Да, я потом до видео часто делаю. Короче, я тут катаюсь на скейте в поисках места, где можно починить провода от микрофона и так далее. Ну, короче, девушка уже чинила моя, так что она должна мне скинуть сейчас адрес, а я туда приеду и все. Правда, это аж на метро ехать до площади независимости. Ну, ничего страшного, зато микрофон и интернет-кабель будет настроен, наконец-то. А, надеюсь, там не так дорого. А, еще я заказал, на всякий случай, запасной микрофон, петличка. А, где-то по нашему, ну, короче, не знаю, сколько это стоит, это 54 белорусских рубля умножить на 31. Вот такая вот стоимость петлички. Это по-российски. Кому не лень, можете загуглить. А, точнее, посчитать. Ну, а пока давайте наслаждемся видео. Черт побери, видео там, как я катаюсь. Да, я тут, конечно, давно спортом не занимался. Поехали. Так, если вы заметили какие-то плюсы и минусы моего канала, пожалуйста, пишите хоть куда-нибудь в личный смс ВК, я буду над этим работать. И все, на этом, наверное, я закончу видео. Это уже ни о чем идет.